Рабочий день директора детской спортивной школы Нины Филофеевой начинается с активации смартфона. Благодаря новой системе видеонаблюдения она может наблюдать за порядком на своем рабочем объекте круглосуточно в онлайн-режиме из любого места, где есть интернет. Первое, на что я трачу все наши внебюджетные и бюджетные деньги, это в первую очередь на безопасность, потому что на территории моего спорткомплекса, нашего спорткомплекса, проходит очень много спортивных мероприятий краевого, городского, всероссийского уровня. И даже уже мы в этом году провели международного уровня, трое у нас было соревнований. Естественно, что посещаемость людей возрастает. На соревнованиях бывает здесь порядка 200-500 людей, спортсменов и зрителей. И естественно, что здесь акцент я делаю на то, что в первую очередь должна быть организована безопасность пребывания на таких соревнованиях. Система безопасности на территории школы не имеет аналогов. Фейс-контроль посетителей начинается не в здании школы, а у ограды за ее пределами. За прилегающей территорией наблюдают 12 камер видеонаблюдения. Каждый квадратный метр спортивного объекта просматривается охранником-оператором частного охранного агентства, который не просто аккредитован и сертифицирован, но и имеет большой опыт работы. Это очень удобно. Помимо этого, мы еще каждые 2 часа делаем обходы территории, чтобы визуально наблюдать ситуацию на подконтрольной территории. После входа посетителя на спортивный объект за дело берется администратор комплекса. Он выясняет цель визита, проводит регистрацию и сопровождает гостя на необходимую точку объекта. Также администратор следит за противопожарной сигнализацией ПАК-стрелец-мониторинг, которая полностью автоматизирована, и в случае задымления или возгорания передает сигнал на пульт пожарной части. Отследить возможный очаг возгорания также позволяет система видеонаблюдения. Внутри школы расположено почти 30 цифровых видеокамер, а особая красная тревожная кнопка активирует работу оперативных служб по первому сигналу. 29 камер было установлено в холле, в спортивных залах, в коридорах. И это помогает нам вывести картинку не только по периметру, что происходит на территории, но и также, что происходит у нас внутри помещения. Охранник на выведенном экране наблюдает все картинки. И также мы сделали выход через интернет. Все эти видеонаблюдения с видеокамер я, как директор образовательного учреждения, могу видеть на своем смартфоне в любой точке. По ее словам, родители, которые впервые приводят своих детей на занятия, поражены такими мерами безопасности. Но все сходятся в едином мнении. Такие меры не просто нужны, они необходимы. Оставляя своих детей на тренировке, можно быть уверенным. Юные спортсмены не только под присмотром опытного тренерского состава, но и под контролем современных технических средств.